Ты что там, за дровами идти надо, да? Нет, да, вроде надо, подойти. Примерно вот так выглядит все это дело. Переселение народов. Даст Виолетте в долг? Как Виолетта там будет, чтобы она завтра спокойно закупилась? Как Виолетта все там закупится? Эй, деньги поступят на ИП-шку, она просто отдаст. Все, давайте. Ду, отключать надо, этот телефон, простите меня за мой французский. Я же говорю. Надо телефон выключить. Да видишь, не включишь, там провалы начнутся. Смотри, на снимающий уже. Так, сейчас мы переставили палатку. Вчера Дмитрий сидел, вообще глубина, говорит, всего лишь 40 сантиметров была. Ну там была большая щука, говорит, килограммов под десяточку, может. Да. Оторвало, говорит, все мормышки мимо. А тебе там этот, который я тебе давал, мормышки тоже оторвало, да? Есть. А? Есть, да? Кто интересовался? Мормышками. Мормышка называется чесночинка. Покупал в рыболове на Юнского. Можете там сходить посмотреть. Это было 30 секунд рекламы, и мы продолжаем наш выпуск. Я Слава уже, чтобы он снял, так я говорю. А то подумал, что я ни разу не говорю. Нет, ты со своей точки садись. Правого растения покупать буры. Вот эти вот тонаровские буры, они есть и правого растения. Для Алексея. Вот Алексей, говорит, у меня даже уже сделал, говорит, левосторонний этот. По барам целует на лесу. Виталий, говорит, сам заказывает. О, кто-то подошел, Дмитрич. О, дядя, сиди, ну, дядя. Маленький сижок подошел.
Вот. Слушай, не маленький. Не маленький вот этот. Есть большой. Вот он не здесь. Хорошо. Есть, есть, вот даже. Ну, хватай, дергай. Мормышка, мормышка вара, на мышку, на мормышинку идет. И мормышка. С кишкой. Не с кишкой, с кальмаром внутренним. О, да ты че? Сейчас возьмет у тебя, он нужен для. Ты шевели. Обана! Вот это круто! Да. Убирай, 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 убирай. Сейчас сюда уйдет, отпиши ее. Что за мечта? А говорили, щуки нет у меня. Вот Дмитрич, о, камеру смотал. Да? Видишь, говорил, да? Да, ладно, ты ее. А вот чуть-чуть назад откинься. Маленькую крючок, ёшкая мать. Ушла, оторвалась, ёлки-палки. Все, завет, блесенки нету больше. У меня есть блесна еще? Не, у меня это есть. Выпрямил этот поводок ее. Вот это да. Ёлка, да, вот битва. Это захват был. Ну, камера все засняла, главное, что. Кадр шикарный, конечно. Вообще крутой был. А шмут подняла же. Видел, да, это там. Щука-то не маленькая, да, была где-то примерно? Ну сколько? Ну, килограмма два-то была, наверное. Больше, конечно, больше. Килограмм где-то. Четыре, наверное. Шесть даже, да? Угу. Хороший середнячок, короче. Ладно, тогда мы. Ну, ты чай попить, Гурь. Чай попить. Вот я из лужек делаю, вот потащу он, наверное. Сейчас атаку сделает. Ух ты, блин. Хороший кадр. Щучий рай. О, есть контакт. Есть. О. Небольшая, небольшущая. Красавчик. Килограмма два. Второй сразу убежал. Во-во-во. Да, буварь. О, первая щука. Мной выловленная. Сейчас ребятам тоже подфартит, наверное. Меня не выруби. Вот сейчас мы его и заберем у него глаз. О, красавчик. Выловил. Доигрался. Красава. Сейчас ярицу пойду поставлю. Сразу щука. Вся щука наша, да? Вся щука его. Мне тоже надо живца поймать, да пойти потом поставить. Ну, конечно, вот я тебе все говорю. Ты бы сейчас лунку пробуривал, там ходил и блеснил. Заодно потом сразу лунку поставил бы. Окунь, окунь. Окунь. О, еще один. Еще один. Окунек. Вернулся, да? Ага. О, красавчик. О! Вообще круто, сейчас так, я его шоу будем потрошить. Бедолага. Ну, ты главное этот. Дверь закрой. Главное. Дмитрич там долго. Дмитрич, окуня взяли. Дмитрич ушел. Жерлицу ставит. И, видимо, вся рыба за ним ушла. Ждет, пока он жирницу поставит. Да-да. Мы обедаем, сидим. Или завтракаем. Ну, скорее обедаем, поскольку завтрак не проспали. Кишки взяли, да? Глаза? Кишки взяли, глаз взяли. Слава разобрал по запчастям. Подошел. Маленький. Стежок. Пизденыш как-то будет. Жерлицу. Жерлицу, да. А вон со стороны же. О! Щука. Ух ты ж, какой окунь-то.
Килограмм вон есть там, в нем? Вон там щука стоит, ребята. Точно, щука пришла, ага. Не отсюда, а сзади подходит. О, мужик это да? Где? Где вторую щуку? А? Где вторую щуку? Ну, вторая щука лежит. Одна щука? А, вон Дмитрич одну маленькую поймал. Одну тут и одна тут. А, ну. Одну маленькую Дмитрич поймал где-то. Здесь, там. Да? Не, не, не. Где-то там тут. Тоже щука. Он уже чумугуры вовсю плавает на дне, ребята, давай. Дрова пошла пилить, сейчас пилить. Хотя бы одного поймать, блин, то чтоб побольше. Есть! Ух ты, хороший. Это что? Небольшой. Вечером вот строганинку поделаю. Здесь еще постругать. Да. Вырыночку. Об этом. Обратно еды. А, что это он забыл? Так, вроде тут все забрал. Надо запустить.
нараттюня, на нараттюня, коли. Бүгін бас 200 қолмен шықты. Ә, қайды кеге астатыңыз? Инстаграм қаласы жігер ұрған. Слава бүрі көрінуа. Сұралды. Әлі қата басын жағын. Әңін қата басын жағын. Бұл мұқын болатан алды. Ору жаңсы. Кім басын? Сағын құл көріш? Прина, Сиқутска. Отыр. Сиқутска? В отпуске? Не, отгульный. Отгульный? Да. Отпускают, да? А куда денутся-то? Законное право. О! Ура! Обратный. Ок, так дубили. Йо, давай, давай, подсекай, вот когда вверх поднимает, подсечку делать надо. Кеппеле. Барда. Давай. Где ты? Обувь. А мелкашка. Да, ну, круто, о, поздравляю. Алексей Сорогу выловил на вечер. Да, устал он. Тюмгур, блядь. Да, в Нагба. Тюмгур, говорят. Дмитрий тут Чемугур определил, что это Чемугур. Надо ему определитель подарить, чтобы он определял. Ну что это? Червь. На это, да? Кальмар. Кальмар, давай пожрём. Пожрём. Кальмара хочу. Я рыбу кормить кальмарами. Креветок нету, да? А то Вася Бара Артыгтон, так? Ханна. Балаганга. Балаган горел. О, клюет же, по-моему, да? Нет? Клюет, клюет, клюет. Механик. Это клюет? Да. Механик. Клюет, 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 клюет. Ну, дергает, дергает, ага. Медленно дергает. Давай подсекай сейчас. Когда это? Уже можно, наверное, подсечь. Июнь, Калин, а со сменом? Че, давай. Не, по-моему, лежит он. Ну, мне а тоже кажется, лежит. Ну. О, а нет. Их там клет, да? Там их целая банда, банда. Сидет. Уже повеселее будет. Да ты чё, ну-ка. Это байонайские парни приехали. Байонайские парни приехали, вот к нам. Ооо, красавец остался вот-то. Вот это хороший. Тебе тебе вообще большой будет сейчас. Лохан да лохан будет. Сюда не влезет сильно. Пишню готовьте. Рубить будем. Все, вот торбарон, а там торба один. Давай, давай. Ну ладно. Красава, давай, давай. Уже большая. Уже большая. Фу, фаш, что ли, на ней идет. Дмитрий же сказал, сейчас еще больше будет. Все меньше, что-то меньше. Будем ждать, когда большая будет. Куда она? С дна, оказывается, берет, да? Это верхняя там стоит, оказывается. А, это с дна разве взял? Не-не-не. А, на верхнюю взял? Верхнюю берет. Ну, чуть-чуть повыше можно. Не знаю. Смотря сколько будет. Штук 20 будет, возьму. На жаркое вообще красота, наверное. Да не, ее вялить надо. Вялить ее только надо. Вялить надо. Чубак же это. Чубаки. Чубачок. Баню закинуть. О, давай.
Лучше в город ездить. Сейчас мы уйдем. Рыба тоже. Не, вы сейчас не уходите. Только байнайские ребята, не уходите, да? Акула. Вот. Ну поймаем. Да, тут что-то уже тяжело идет, блин. Да ты что? Ну-ка давай-ка большой. Может, это Димин большой, который? Белько идет, белько. Вот это уже вообще неплохой. Вот его завялить-то грамм. 100-то будет, да, наверное. 800 есть. 150. Хоть бат-то? Потом был блисанги, кто-то был бат-то. Сагей дитого попити, ні? Красавчик є, де мі. Що є попити, ні? Круче сюда! Остаемся. Явкаемся. Сколько нас тут человек? Столько рыбы взял. Брантомно. Брантомно. А сейчас на улице. Куда попити? Ну, пойдем, ребята, поснимем. Так, поехали. Завтра здесь, да? Ага. Он завтра уже улетает домой. Давайте. Спасибо, что заехали. Майонайские ребята. Ребята, поехали. Местные охотники. Николай. Ну, Николая знаете. Дмитрий тоже знаете. И Василий. Василия еще, наверное, не знаете. По дороге лампа даже сгорела, оказывается. Без лампы ездят. Перестал реально. Не, будет. Конечно же, это не из-за этого. Но самое интересное, блин, не снимал же. Ну ничего, у меня есть зато это. Ну, да. Да там одни у вас. Это значит мы сейчас занимаемся. Есть контакт. О, Алексей вовсю дубасит тут. Ребята уехали. Оп-оп-оп, там что-то такое. Хорошее. Твердое, да? Идет. А плохое такое идет. О, какой чубак поперся, а? Камеру так и не включил, да? Нет, конечно. Да, вот блин, туда неудобно. Поставим, я специально подвинул это. Тебя на себя направил. Ой. А ты это? Сорога очень хорошо пошла. Уже не знаю, там со счета сбился, сколько натаскал. Тут мужики заезжали, как они говорят, байнаевские мужики. О, это еще такая мелковатая. А так там довольно-таки... Покажи, Слава. А, ты выкинулся на улицу, да? Да, я уже все видел. Прям даже встать времени нету. Да, абсолютно. Я сейчас, Слава, попрошу камеру подержать, чтобы вы убедились. О, блин. У нас турбоклев начался. Турбоклев с оружием. Ну, сейчас, смотрите, опущу. О, блин. С вечера прикормили вчера вот луночку. Да, видимо, она и набежала. Слава, пока камеру не выключай.
Мы сейчас запустим. Хорошо. Маленько поснимаем тебя, пооператорствуем. Да, я много времени не займу. Да. Судя по клеву, сейчас еще одну достанем быстренько. Да ты рыбач. Рыбач. Не переживай. Все нормально. Ну, минута пройдет, не пройдет. Смотрим. Ждем в ожидании. Так, и мы его еще подтянем. Берет со дна, да? Да всяко разное берет. Там, видимо, косяк их ходит. О! Опа! А, ушла. Порожником иду. Да. Ну все, собственно. Видим, что клюет. Сейчас камеру нормально поставим. И Славе дадим порыбачить. Рыба поперла. Все-таки дело было в мужиках. Видишь, уехали реально, как отрезало. Это же мы, говорит, да? Да. Ну, реально, вчера так не клевало же в это же время. А, нас в это время не было еще тогда. А, нет, мы были уже. А, не было, я в три вылетел только. Так, Алексей тут начал уже шедевр делать. Кулинарного искусства. Шедевр не шедевр, с голоду не умрем. Но... Жареная щука. Прямо на рыбалку причем. Прямо в палатку. Да. Сегодня прямо нами пойманная. Жарим на манке. Роли особо не должно сыграть. Пока не клевает. Небольшое затишье перед бурей. Главное не угореть сейчас от горячего масла. Да, можно огонь там еще сделать. И, кстати, я не убавил. Собирался убавить. Откроем, нормально будет. Еще не откроем даже. Вот, любитель, я говорю, отечественного кинематографа, да? Ну... Я понимаю, там девчата твои профессиональные фильмы. Что там еще ты к примеру приводил? Не знаю. В основном девчата. Приключения только мультфильмы. Ну, сегодня ты еще какие-то фильмы цитировал советские? Сними сейчас макароны, да? Лепота, реально лепота. Аж слюна бежит сюда. Да,